Здравствуйте, друзья. Интересная новость тут циркулирует как бы в новостных кругах. Новость это такая, что сейчас растет процент покупок недвижимости, имеется в виду на семью, да, там, квартиры, дома, растет процент покупок недвижимости, приходящихся на людей, которые там сами не живут. Ну, по-простому, инвесторы. То есть люди, которые вкладывают денежку в это дело, пишут, что вообще процент людей, процент американцев, живущих в собственном жилье, что-то сильно подопустился, вот такого не было. Я помню, что когда я этим интересовался лет там 10-15 назад, то писали чуть ли не о 70%. Сейчас существенно меньше. Видимо, дорого стало. Дорого с одной стороны, но вот молодняк не может себе позволить. Не может, видимо, так. Вот, короче, да, увеличивается количество людей, которые, значит, арендуют жилье в квартиры. То есть, скажем, квартиры растут в популярности по сравнению с домами. Ну, естественно, да, когда цены растут, значит, люди начинают смотреть на то, что дешевле. Но инвесторы, то есть есть люди с денежкой, значит, и они скупают недвижимость и с целью ее последующей эксплуатации в коммерческом плане. И вот пишут так, что общество начинает разделяться. Если раньше было общество домовладельцев, да, то есть практически все чем-то владели. А те 30%, которые не владели, они были, может быть, молодые там или там, ну, мало ли чего. Вот, то, или там иммигранты свежие. То сейчас как бы происходит вот такая поляризация. Общество делится на тех, кто владеет жильем, и тех, кто у них это жилье арендует. Как бы, грубо говоря, Света, обогащая инвестора, то есть как бы обеспечиваем ему возврат на инвестиции. Вот такая интересная тенденция. И это не речь не шла конкретно о Кремниевой долине, например, где это понятно все, да, то есть тут просто цены запретительные на жилье. Это запредельные, но запредельные — это одно слово, а запретительные — это значит, что фактически нет возможности. То есть бывают цены высокие, но люди зарабатывают достаточно. А бывает, когда люди столько даже не зарабатывают, и вообще думаешь, а кто же может себе это позволить? Кто эти люди, которые ходят тут за миллион, за полтора что-то покупают? Ну, видишь, получается, что трамповская реформа, которая направлена на ограничение иммиграционных дел и ограничение работы H4, да, супруг, да, существенно снизит их покупательную способность, а если нет рынка покупателей, да, то, соответственно, да, рынок предложения идет вниз. Цена идет вниз, да. Действительно, ограничение миграции действительно способствует тому, чтобы было меньше спроса на рынке. Да, если работают два человека, это один спрос, а если работает только один в семье, да, второй не может работать. Да. Из-за иммиграционных ограничений, это уже совсем другой спрос. Но вопрос в том, что да, куда пойдет эта тенденция? Просто в то, что они будут арендовать жилье, или что цены упадут настолько, что они будут в состоянии себе купить? Что-то? Мы, Светик, не можем предсказывать. То есть у нас нет таких способностей. Мы просто говорим, что вот опубликована статистика, и согласно этой статистике, вот сейчас, за последний год, за 2016 год, процент жилья, купленного инвесторами, 37%. То есть больше, чем каждое третье жилье индивидуальное. По, да, всей такое, стране. По всей стране. 37%. А несколько лет назад это было 26%. Ну, ты помнишь, как вот, да, на наших глазах в Аризоне там скупали целыми десятками? В Аризоне, да, там очень много инвесторов, да. Было, да. В Аризоне говорили, что 40% всей недвижимости принадлежит инвесторам. Да. Не знаю насчет покупок, но вот был такой разговор, да. Не в Аризоне, а конкретно вот Феникс и там вот эти вот, но места. Вообще это интересно, вот, что эта статистика сейчас сильно повышается, потому что мы знаем, что вообще все большие, ну, скажем, 9 из 10 состояний миллионных, сделаны именно на реал-эстейте. То есть, видимо, эта тенденция была и раньше. То есть непонятно, что, собственно, изменилось-то, почему их стало больше. Но изменилось то, что если раньше все владели, просто у некоторых оно сильно росло, в зависимости от места там и так далее. А сейчас получается, что мало народу владеет. Но это значит, что становится больше богатых.
и эти богатые, эти богатые могут себе позволить прикупить лишнего и снова лишнего. И мы еще понимаем, что существенная часть вот этих людей, которые инвестируют в недвижимость сегодня, это люди нашего с тобой возраста, которые, то что вот эти бэби-бумеры, да, у которых, в общем-то, денежка накопилась, а вопрос, как жить на пенсии, остается открытым. Не говоря о том, что, в общем-то, никаких гарантий, что вот система пенсионная выдержит вот этот демографический процесс, и тоже нет. То есть вот тебе вроде положено 2000, а получишь ты их или нет, неизвестно. Нет, ну все-таки получишь. Получишь, может быть, полторы. Другое дело, что в каких-то... Нет, ты получишь то, что написано. Но да. Вопрос в том, что покупательная способность этих денег будет непонятна. С этим пока нет проблем. Но просто я к чему говорю, что люди думают, как жить на, там, на старости лет, и они вкладываются вот в недвижимость, ну, да, которую можно сдавать. И, собственно, вот мы завтра поедем с тобой на наш Palo-Alto, на наш проект, покажем ребятам там, да. Вот East Palo-Alto сейчас стал объектом таких действий со всех сторон. Там почти все жилье принадлежит инвесторам. Да? Там люди, которые там живут, не в состоянии ничего купить. Я вот пару дней назад посмотрел, что там есть на рынке. Да, кстати. Так ты удивишься, две пропорции на рынке, ничего нет. На весь город? На весь город. Ну, там город-то маленький очень. Маленький. Там 15 тысяч домов, но все равно две пропорции. Ну, просто, может быть, не сезон, хотя вот уже погода хорошая. Свет, в Лос-Алтос 30 тысяч домов, всего вдвое больше. Ну, но там всегда есть. Но потому что дорого. Да, в Лос-Алтос, может быть, было бы 10, но там цены меньше 2,5 миллиона, вообще нет ничего. Да. Ну, в общем, друзья, вот такая интересная новостишка. Мы говорили раньше о том, что вот эти миллениалс, как бы новое поколение, которое сейчас вступает в жизнь, что они больше интересуются таким социальным жильем, то есть там, где, допустим, многоквартирные дома, там, где все это там до кучи, там и с джимом, и с кафешкой, там и так далее. То есть им это больше нравится, чем жить в отдельном доме. Ну, они знаешь, как бы тяготеют. Ты знаешь, что получается, вот все эти многоквартирные дома новые, которые строятся, у нас да. уже мы видели, что строится там по 4 этажа, даже по 5. Это в нашей местности. В нашей местности, да. Там безумно дорого. Вот эти все новые дома, которые строятся. Так да, место дорогое. Место дорогое. Но получается, что может быть дешевле даже арендовать какой-то отдельный дом, чем какую-то квартиру в таком шикарном доме, где все такое модерновое, с джимом, со всеми делами. Понимаешь? Ну, а ты вспомни, в Чикаго на 20 этаже 40-этажного дома мы смотрели квартиру и делали, показывали у нас на канале. Да. Там аренда этой квартиры, там две спальни. И там это было 4 тысячи, да, или сколько там? Да, ну мы не знаем, сколько у них дом стоит снять, например, да? Но 4 тысячи – это здесь вполне нормальная цена, чтобы снять дом? Нет, в новом доме квартиру. Квартиру, как в старом доме дом. Ну, может быть. Я не знаю, сейчас за 4 тысячи очень сложно снять дом. Это нужно найти. Нет, ну 4 тысячи, да, 4 тысячи. Можно, это 4, надо найти. 4200, может, через половину. Так да. Вот, такая интересная тенденция. И как бы, может быть, для кого-то пища для размышления. Счастливо!